Официальные и взаимные визиты свидетельствуют о том, что Азербайджан является важным партнером для Болгарии. Об этом на совместной пресс-конференции заявила вице-премьер, глава МИД Болгарии Екатерина Захарьева. Ранее состоялись встречи болгарского политика с главой МИД Азербайджана Ильмаром Амидьяровым один на один в расширенном формате. Они обсудили развитие торговых отношений, транспортных связей, туризма и сельского хозяйства. Екатерина Захарьева заявила, что торговый оборот между двумя странами по сравнению с 2018 годом вырос на 34,1% и достиг 24,5 миллиона долларов. Это хорошие показатели. Однако наши возможности позволяют нам еще больше увеличить объем товарооборота, отметила Захарьева, подчеркнув, что нужно больше организовывать встречи представителей бизнеса двух стран. Между нами сейчас действует соглашение, предусматривающее ежегодно поставку из Азербайджана 1 миллиарда кубических метров газа, что составляет 1/3 объема потребления газа Болгарии. Мы транзитное государство, имеющее инфраструктурную сеть по поставкам газа в соседние государства. Болгария готова обеспечить транзит газа в Румынию, Сербию и Северную Македонию. В ходе пресс-конференции глава МИД Азербайджана Ильмар Мамедьяров также коснулся недавней встречи со своим армянским коллегой в Вашингтоне, в ходе которой был обсужден вопрос урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Мы вновь провели обсуждение более 3 часов. Положительной стороной явилось то, что сопредседатели вновь представили нам конкретные документы для обсуждения. В первую очередь, вооруженные силы Армении должны покинуть оккупированные территории Азербайджана. После того, как документы были представлены, в течение 2-3 месяцев над ними будет вестись работа. Затем будет предложена дата очередной встречи. Болгария поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. В ходе встречи с Ильмаром Амидьяровым Екатерина Захарьева была проинформирована о текущем состоянии процесса урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. В настоящее время между Азербайджаном и Болгарией действует соглашение о стратегическом сотрудничестве. Главы внешнеполитических ведомств отметили наличие большого потенциала для дальнейшего развития двусторонних отношений. Эсмира Алиева, Илькин Мехтев, CBC.